Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, буквально 15 минут назад нам сообщили, что эстрадный певец и актер Леонид Шумский скончался в возрасте 77 лет. Причина его кончины неизвестна. Шумский родился 10 июня 1945 года. Во время службы он впервые попробовал себя на большой сцене в качестве музыканта армейского ансамбля. В 1967 году получил звание лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества. Он работал на многих телевизионных советских передачах, а также выступал с ансамблями и оркестрами. В 2000 году певец удостоился звания заслуженного артиста России. В кино актер известен по роли Виктора Грачева в советском военном боевике «Отряд особого назначения». В 1981 году Шумский окончил режиссерское отделение факультета музыкального театра Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Занимался постановкой праздничных программ на площадках и в концертных залах Москвы. Побывал в нескольких творческих поездках в горячих точках. Также он был солистом Московского государственного оркестра «Современник» под управлением Кролла. В 1975 году Шумский перешел на работу в Москонцерт. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.